Всем привет, друзья, с вами ММА, и сегодня не просто так вы видите на экране Crow, а все потому, что я начинаю, ребята, новый путь. И этот путь будет связан с предыдущим моим сезоном, потому что есть бравлеры, которых я не добил на косарь. И я бы хотел сделать абсолютно всех бравлеров, которые у меня есть, на косарь, так что давайте мы с вами займемся этим делом, но это не будет прям пушим там, так сказать, за один подход там ежедневным и так далее. Это будет рубрика, по которой я буду плавно идти и по-любому одного бравлера как минимум буду брать, потому что сейчас надо бы это доделать, а потом уже приступать к 35 рангам. И давайте посмотрим вообще, сколько бравлеров у меня не 30 ранг. Вот по Броку обидно, но на самом деле я просто забил. У меня 960 на нем было, я просто его дальше не апал, футбол катал. Так, чуть помогал кому-то, ну и все. В целом, я не особо этим заморачивался, а так бы Брок был бы тоже 30 ранга. Ой... Дэрил, ребята, Дэрил 28-й, но есть прикол, я вам его немного попозже расскажу. И это, наверное, сделаем после одной каточки. Кольт, Эмс, Кроу, Мортис, Прима, Пэм, Фрэнк и Дина, и Джесси. Давайте посчитаем сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Если я не ошибаюсь, еще Брок, 11. Если я не ошибаюсь, 11 бравлеров, но начнем мы с Кроу, и после этого останется 10 бравлеров. Я все почему хочу это сделать, потому что за каждого из бравлеров на 1к ты получишь плюс 500 поинтов, и грубо говоря, это 5500 дополнительных поинтов в нашу копилочку. Так что давайте сыграем пару каточек, но потихонечку буду разгоняться с Кроу. Эта карта, я думаю, не самая подходящая для него. Давайте поможем Леончику срочно. Потому что здесь такой вот замес. Ну да, Пока просто нахиливает, блин, это реально задалбливает. Но скоро это все пофиксит. Я после этой каточки, ребят, вам зарисую. Я какую-нибудь катку то ли молча отыграю, то ли, не знаю, то ли вырежу просто озвучку и зарисую весь баланс, который грядет. Грядет баланс большой. Но мы их, блин, как их остановить? Их только через Пока можно остановить. Сломать Пока, и тогда может получится что-то. Кстати, он сейчас, он байтил нехило. Он хотел одно... Ой-ой-ой. Зря я прыгал, потому что на Фрэнка, да, надеяться, что он поймает, смысла не было. Надо было выждать. Ну все, это ГГ. Хотя, ребята, не сдаемся. Не сдаемся, я говорю. Сейчас в соло сделаем ответку. Получай ты еще. Блин, это вообще эпик. Окей, надо Пока выловить. Ну, блин, ну, Фрэнк, ну куда ты так прешь? Ёпта, просто как пушечное мясо. Давай, Лен, лови. Скинь! Ну, ёпта. Ну, блин. Тиммейты у меня, конечно, отличные. Фиг знает. Ладно, давайте сыграем еще одну. Я закину вам сюда скринчик и расскажу, что и как. Погнали. Начну я с того, что, ребята, есть один паблик, в котором постятся всякие новости и так далее. Так вот, недавно они выпустили, так сказать, свой пост о том, что, возможно, будет именно такой баланс. И мне это всплыло в ленте. Но я закинул в нашу беседу на обсуждение эту тему. Ну и пацаны просто поржали, потому что они сказали, что они следят за европейскими игроками, западными. И один из челиков просто сделал, так сказать, свой список, что он считает нужным сделать. Кого-то усилить, кого-то ослабить. Ну, в общем, вся эта суть, это был просто, ребята, небольшой набросок. Ну, и я, конечно, не буду называть имен пабликов, но чтобы вы понимали, лучше всю инфу чекать каких-то официальных источников. И вот один из таких, Коуч Кори, спасибо этому чуваку. Были времена, мы даже с ним вместе катали, раньше он прям заморачивался этой темой и прям пытался катать дофига. Но сейчас он чуть подзабил и стал таким более новостным, более как репортер и так далее. Ну, в общем,
Дэрила ребята ослабят вместе с Битом. Всех остальных они усилили. Но Дэрилу немного ослабили щит. Теперь на половину секунды она меньше работает, щитуля. Потом Бит, ребята, теперь у Бита тоже неуязвимость будет 2 секунды вместо 3. Это тоже очень жесткая тема, учитывая то, что у вас зарядов нету. Джесси усилили, теперь ее скорость атаки будет на 10% выше и повысили хп турельки. Эмс, ребята, теперь Эмс хилит еще больше, потому что никто эту старку не юзает, поэтому они решили сделать эту старку более юзабельной. И что еще интересно, Пэм, ребята, Пэм теперь добавили 200 хп, теперь у нее 4500, это усиление на 5%, это довольно-таки сильная тема. И Сэнди опять возвращают жесткий дымок по урону. Если он был 40%, то теперь вернули на 120%. Когда Сэнди только вышел, было 200 урона. В любом случае 120% это тоже очень жесткие цифры. Так что погнали дальше. Это Тара. Теперь Тары черти, который не хилит, а который бьет. Вместо 600 урона будет теперь по 800 бить. Это просто сумасшествие. Если вы отправите чертика в упор к Пайпер, и у Пайпер не будет прям фул зарядов, этот чертик ее отфигачит, я вам отвечаю. И еще по поводу силовой гонки. Они в сейфе пофиксили небольшую тему. Теперь в сейфе, чтобы победить эпично, нужно хотя бы сохранить 60%, нежели чем раньше было 80%. Я много раз говорил, что 80 это нереально. Один залет от БК и до свидули. Поэтому сейчас более серьезные цифры сделали. Я с этим тоже согласен. Ну, в общем, а в остальных темах уже им во всем виднее. Кто кого юзает, какую не юзает. И сразу это поправляю, чтобы был небольшой баланс. Ну, в общем, как-то так, ребята, это был декабрь, был баланс, но еще у нас остается пару интересных моментов. Это то, что будет какая-то лютая обнова, они по-любому уже ее готовят, раз баланс готов. Сейчас вроде какие-то баги поправляют, но и ждем, что же за анонс будет все-таки. Сами понимаете, в декабре год релиза Brawl Stars, глобального релиза, так что погнали, скатаем еще шедешку, ну и будем подводить потихонечку ролик к концу. Окей, в общем, давайте сыграем ШД, это тоже прикольный режим. И, в общем, будем начинать мы с Кроу. А еще потом, я думаю, какого-нибудь бравлера закачать прям в ШДшке. Это было бы прикольно. Например, такой бравлер, как ПМ, на определенных мапах может реально затащить. Ну, а если вам этот, ребята, вообще движ интересен, то обязательно закидывайте лайк и поддержите, чтобы... Так, где он? Он тут где-то рядом был. О, здорово, соседи. Как же я скучал без ваших шумов. Резки по металлу. А где? Вот он сидит, мышонок попался. Теперь тебе труба, братуха. Блин, еще Птару зафиксить бы ядом. Ну, блин, меня воробушек, да, подловил. Зря, конечно, я туда пошел, но в принципе, это так, разогрев. Надо, во-первых, заткнуть соседей, которые задолбали уже даже, блин, в 9 утра сверлят. Не, это просто пипец. Я, правда, не знаю, насколько слышно вам. Я попробую устранение шумов сделать. И, может быть, не так сильно отдаваться будет. Но это прям очень сильно бесит. Очень сильно мешает. А что метеоритики, кстати, вообще не падали? Я за игру ни одного метеорита не увидел. Тем более в центре, там, где дофига движухи было. Да, Шелли, конечно. Давай мы с тобой поиграем. Сыграем в игру. Сейчас давай поближе к тебе встану, сейчас метеоритик сработает, 100 пудов. Давай, ждем. Ждем. Интересно, у тебя аптечка или морозка? Туп. Ну где метеоритик? Вот он, метеоритик первый. И второй, давай. Ну сломай этот домик. Давайте сделаем вид, что мы затимились. Джин, иди нафиг. Куда ты прешь? За тобой там бык бегает, а ты лезешь на всех. Лови ядику. Надеюсь тебе... Ой, один хп, вы видели?
Смотрите, агро какое. Блин, а там еще и Леон. Но это пипец, я просто в центре событий. Ладно, в принципе, четвертыми стали, это в принципе тоже неплохо. Но на самом деле, как вы видите, Кроу не может отбиться от всех, когда прям со всех сторон прут. Хотя это в принципе логично, надо было быка отгонять. И тогда, я думаю, все было бы четко, потому что бычок поджал. С той стороны Шелли бежала. У той Шелли 100 хп, но это бежит именно за мной. Это пипец, конечно, бесит. И... Роллинг, Рамбл, Спринт, Рап. Ну, в общем, как-то так, ребята. Я начну с Ворона. Да, его сильно откатили, но это не проблема, потому что его вторая старка баланса не коснулась, и он по-прежнему остается очень вымогучим бравлером, который очень мешается. Так что, если вам ролик понравился, то обязательно закидывайте лайк и ждите новую серию. Может быть, сразу там на 900, на косарь за один ролик попробую взять, но это не точно. Всем удачи, ребята, и всем пока.